Город Эфес в Турции. И мы вот здесь вот слоняемся в этом музее. Ну вот это явно видно, что это машинная обработка. Нам рассказывают, что зубилом кто-то это делал когда-то раньше. Видно, что это очень-очень красиво снято, ровненько. Вот и трубы были то ли для канализации, то ли для воды питьевой. Наверное, для канализации. А внутри уже была технология соединения, чтобы один в один. Да, технологии были сильные. Намного круче, чем в наше время, я думаю. На, мне тоже сделать, вот, вот сюда нажмешь, полностью влево. Угу. Самый маленький фотоаппаратик. Че, пошли? А такие огромные амфитеатры, вот это как раз, по-моему, были типа солнечные электростанции. Я не думаю, что это... это было построено, чтобы смотреть какой-то циркус. Представь, какое огромное сделано этот. Амфитеатр, у них было очень умно сделано. Это потом... Почему они были рунд? Потому что ты должен в одной точке вставать на сцену и слышала все Umgebung von Echo. До сих пор этот принцип используют вот у вас в казино этот. Угу. Ну понятно. То есть ты хочешь сказать, что... Как на языке они кутарят бутылки, ты макни. Очутиться бы хотя бы на 2 минуты во время. Продолжение следует...